В другом районе Москвы, Воронцове, поднялись высотные жилые дома, представляющие принципиально новые тенденции в крупнопанельном домостроении. При их проектировании и строительстве внедрена так называемая система КОПЭ – проектирование и строительство домов с использованием компоновочных объемно-планировочных элементов. О достоинствах новой системы рассказывает один из ее создателей, архитектор Максим Николаевич Былинкин. Система КОПЭ позволяет значительно увеличить градостроительную маневренность наших жилых зданий на основе индустриального домостроения. В системе КОПЭ предусмотрена возможность вести комплексное строительство наших микрорайонов. В системе разработана полная номенклатура жилых квартир от однокомнатной малой квартиры до четырехкомнатной большой квартиры. В системе разработаны и новые архитектурные элементы, такие как фрезы, железобетонные ограждения лоджий и новая наружная панель с ребрами, предохраняющими горизонтальные и вертикальные стыки от протечек. Внедрение системы КОПЭ на домостроительном комбинате номер 2 позволит значительно расширить палитру московских архитекторов и строителей и одновременно добиться комплексности и разнообразия наших новых жилых районов.